Ох, Шэд, пингвин, эх, со своими чертовыми. О, смс какая-то пришла, нужно проверить. Что, мужик Виталий, что случилось? Где ты, мужик Виталий? Ты где, что, какая западня? Какой Иван Пряник? Что, это Иван Моня? Что? Мужик Виталий, отвечай! Мужик Виталий! Я уже 10 смс отправил, мужик Виталий, где вы? Где ты, мужик Виталий? Где Кирилла с тобой, мужик Виталий? Ответь! Все, смс-ки просто не доходят, что за фигня, да что за фигня, что происходит? Капец, нужно быстрее бежать в бургерную и спросить ребят, может они знают, где он. Ух, ё-моё. Ну что ж, дорогие друзья, с вами я, Бомжик Демастер. Поставьте, пожалуйста, лайк под этот видос. Я знаю, вы хотите стрим по бомжу, поэтому нужно собрать очень много лайков под этим роликом. Чуваки, прямо очень много лайков ставьте, не стесняйтесь. Много лайков собрали. Я выложил две серии бомжа. И знаете что? Вы под каждую этих серий поставили меньше лайков, чем под серию, где вы хотели две серии бомжа. Неправильно, ребят, неправильно делайте, неправильно поступайте. Поэтому давайте. Прямо сейчас на этом видосе тоже набираем 80 тысяч лайков. И я прям вижу то, что вы хотите реально, чтобы было больше бомжа. Возможно, даже сделаю день, когда будет 3 серии бомжа. Фух, ладно, хорошо. В общем-то, мы с вами продолжаем выживание в России, да, я и хотел сказать. Так. Ну что? Что же могло случиться с этим, черт возьми, мужиком Виталия, а? Что могло с ним случиться, даже не знаю, ладно. Окей, пойду в бургерную, узнаю пацанов, может они что видели, если не видели, то будем это. Не, ну, в принципе, что случится-то я знаю, я же отправил их следить за Иваном Моней, и он сказал Иван Пряник, возможно, он имел в виду, что Иван Моня их... Иван Моня Пряник их нашел, просто он не успел дописать сообщение. Жесть, только успел его отправить. Видимо, их спалили. Черт, их же могут убить, эти пряники сумасшедшие, я же знаю. Быстрее. Так, пацаны, привет. Привет, пацаны. Да-да, здорово. Чуваки, тут такое дело. Надо бы бургерную закрыть на сегодняшнюю ночь. Может быть, даже дольше. Тут у нас проблема. У нас проблема, дорогие друзья, у нас финансовые проблемы, поэтому все валите. Ой, и всего доброго. Спасибо, что посетили наше заведение, да. Вот, у нас, к сожалению, проблемы, поэтому уходите. Так, дед, брат, привет. Мы, знаешь, что решили, дед? Я решил тебе устроить подарок, знаешь. Вот мы когда будем... Ты же видел то, что мы строим около тебя наш этот... Ну, ресторанчик, да? Ну, да, вот. Я закупил пару деревьев. Мы около твоего дома поставим парочку яблонь, и ты сможешь собирать яблочки и кушать их. Все деды любят яблони, ты же знаешь, да? Только забором их обнеси давай, а то, это, знаешь, эти школьники будут ходить яблони у тебя воровать, да? Не-не-не, дед, иди домой, дед, я тебе говорю, это срочно, дед. Ты старенький уже, дай ему бургер. Бой, дай ему бургер срочно. Да-да, вот возьми, дед, бургер, иди отсюда. Дед, я тебе говорю, давай. Откройте эту дверь. Все, хорошо. Закрывай. Так, пацаны, за мной, срочно за мной. У нас ЧП, у нас реальная проблема. Быстрее спускаемся вниз. Короче, суть в том, то, что значит, я мужику Виталию и Кириллу отправил на поиски. Ну, то есть я сказал, то, что там будет. Мы выяснили, что Иван Моня это пряник главный, новый пророк пряников, да. Вот, и я отправил их следить за ним. И думал, что мне пришла смс, вот видите, от мужика Виталия, то, что с ним что-то случилось. И, возможно, с Кириллой тоже. И хрен знает, что с ними, чуваки, я не знаю, что с ними происходит там. По-моему, этот урод их поймал. И нам нужно их искать, да, нужно пойти их искать будет, правильно мыслишь, нужно, вот, я вам, короче, скину фотку, сходите у всех, спрашивайте, не видели ли они недавно этого парня, да, если что, смс-ку мне скиньте, у вас же телефон есть, да, все, давайте быстрее, все, разделимся, так, пацаны, только дайте что-нибудь пожрать, я капец голодный, очень сильно голодный, так, напишите еще пацанам со стройки. Или вы, если будете около стройки пробегать, спрашивать там, скажите, что типа это. Чтоб тоже, это что, картошку фри ты мне хочешь дать? Ну что-то маловато, дай-ка мне бургер какой-нибудь, еще парочку бургеров с собой, давай бургер, во. Вот, типа, напиши пацанам нашим, чтобы это, тоже шли искать. Все, давай, выходим. Девушка, извините, мы закрываемся. Мы закрываемся, дайте, помоги, мы полдня уже... Он вроде бы пошел это погулять, сказал то, что срочное дело у него какое-то, не переживай, иди домой, да, иди домой, отдыхай, надеюсь, с мужиком видали все будет хорошо, да, все, давай, отдыхай, да. Я не знаю, типа, я не могу гарантировать, но с ним было все в порядке, когда я его видел полдня назад,
С ним было все в порядке, он сказал то, что у него дела какие-то, сутки, что-то такое. Все, так что отдыхай, не переживай, блин, как-то тяжело. Что, что вам нужно? Ой, это, успокойтесь со своей рекламой, это реклама мегафона чертова. Так, хорошо, сначала зайду к себе домой, спрошу, может, ребята чем-нибудь видели, может, Лина чем-нибудь видела. Что за подозрительный тип, мне он не нравится, может, это один из пряников? Очень сильно похож на этих вот сумок, он что-то стоит там. Может, он из дилеров, давно уже не видел здесь наркоманов на районе, вот. Мы всех гопников и наркоманов с района прогнали, блин, мне так нравится наш район, осталось только пряников прогнать, я уже думал, что пряники, вот, ну, блин, ну, все-таки они остались, они были все это время в этом районе, просто они, видимо, залегли после того, как Донха убили, и он это, и они сейчас проснулись снова, когда появился этот новый пряничный пророк. Дорогая, дорогая, я вернулся домой, я вернулся, дорогая, бешеный кот, ты что стоишь на стуле, а, ты что, это... Где? А, Лина, я тебя не увидел, за Нимкой сидишь, Нимка, что такая загородила, а, с собой Лину и Дашу? Даша спит, а, Даша спит, понял. Да, Лина, короче, девчонки, ладно, играйте, мы с бешеным котом должны прогуляться, да. Есть дела, девчоночки, так что давайте, вот, на вам бургер, два бургера даже, вот, берите, покушайте. Все, мы с бешеным котом погуляем, там, решим дела по бизнесу мои дела, бешеный кот может не решить. На чай, потом на чай приходите. Ну да, да, на чай придем. Все, Дина, давай с Дашенькой. Все, я понял. Все, давай, пойдем, бешеный кот. Нимка, останься с Диной и помоги с Дашей там. Вот, смс напишем, да. Ух, хоть нормально могу говорить, бешеный кот. Пойдем, будем спускаться, я тебе расскажу, что за происходит. Короче, ну, реальные проблемы получились, бешеный кот. Короче, пряники похитили мужика Виталю и Кириллу, походу. У тебя есть с собой оружие, нож, бита, чем-нибудь есть, все отлично, бери биту, пойдем искать, будем со мной ходить. Я уже отправил Бодю и Данилу, они вдвоем ходят, ищут по городу, мы тоже вдвоем ходить, потому что по одному держаться слишком опасно, да, по одному лучше сейчас это. Вот, они сейчас за Анеем и скажут, что как, поэтому погнали. У меня, в принципе, есть способ один, помнишь Блейзера, помнишь, да? Вот, он же сейчас у нас в подвале лежит, он тоже один из пряников. Пойдем. Да, прикинь, он принял сторону пряников, бешеный кот. Вот это вообще жесть. Пойдем, пытаемся выбить из него информацию. Пойдем, быстрее. Что такое, что случилось? Дедушка! Дед, вставай! Дед, вставай! Ладно, разберись, деда, ладно, бешеный кот, пойдем. Не до деда сейчас. Это дед опять? Ну, это как дед, знаешь, мне кажется, это дед, брат Кипера. Такой же пранкер. На быту, после Кипера. Кипер все-таки больше пранков устраивал. Блин, заметила, на самом деле, как мы город улучшили за последние несколько лет. Уже за последние сколько, 3-4 года, сколько мы здесь, да? Типа, смотри, наркоманов нет, гопников нет, только пряники сраные остались, да? И медведи больше в город не заходят, заметил? Раньше медведи в город заходили, вообще теперь не заходят. Прям вообще современненько все стало. Да я просто бомжевал, и город становился все хуже и хуже. Перестал бомжевать, решил становиться бизнесменом. Смотри, сразу же как город улучшился, а, прям круто. Ладно, пойдем быстрее сюда. Слышай, ты че, ну-ка отошел от гаража мой, слышишь, отошел. Говори, и вали отсюда, ты понял, вали. Все, это рекламщик, это бешеный кот, забей, это рекламщик какой-то. А может быть это шпион пряников? Блин, это будет опасно, если это так. Может это реально шпион пряников? Ладно, все, давай, спускайся, аккуратно, давай первый спускайся. Аккуратненько спускайся, все хорошо, ты спустился? Отлично, давай, аккуратно за мной. Так, слышишь, кажется, он пытается сплить решетку, слышь, алло, ты что делаешь? Ах ты, Блейзер, нафиг, ты что, офигел, он пытался решетку сплить, ты видел? Пытался решетку сплить. Слышь, ты кусок говна, слушай сюда. Помнишь, что я с тобой делал недавно, да? Где Иван Мони, твой пророк пряничный, да, может держать наших ребят? Ниже, видишь, я говорю, смотри, он сумасшедший, Блей, ты посмотри, бешеный кот, он реально сумасшедший, он говорит про пряника этого, черт возьми, ты понимаешь, он реально с катушек слетел. Слышишь, да? Блейзер, твою дивизию, ну-ка рассказывай. Ты че на меня руку решил? Сейчас я нафиг твои руки порежу. Слышь, так, бешеный кот, знаешь что? Ты можешь, может, все-таки нам принести набор с это и снова, знаешь, я до этого его пытал, видишь, что у него с рукой там, да? Я думаю, может быть, это ему дальше пластины выпихать железные под ногти, а? Нет, только не это, Блейзер, ты знаешь что? Это только первый уровень мучений, дальше будет второй, третий, четвертый, думаешь, пластины под ногти, это самое страшное. Знаешь, что я сделаю? Я отрежу твою руку, пожарю ее перед тобой и заставлю тебя ее съесть, а? Как тебе такой вариант, Блейзер, не хочешь?
Ты думаешь, что пряники безумны? Это я безумен, ты понял? Мои друзья в опасности. Я готов сделать все, что угодно, чтобы их спасти. Где Иван Мони прячет моих друзей? Ну-ка, быстро говори. Быстро говори, где он может прятать. Бешеный кот, что ты натворил? Зачем ты его вырубил? Блин, братан, ну как мы теперь узнаем информацию? А, боже, зачем ты его вырубил? Смотри, он без сознания валяется. Кажется, он какой-то уже бред несет. У него, смотри, пена изо рта пошла. Да, бешеный кот, ну ты натворил дел. А, бешеный кот, я не знаю, пойдем, давай подумаем. Я сказал им проследить этот, от пряничного домика, да? Может быть, он к пряничному домику, давай сейчас смс-ку скину. Так, пацаны, отправить всем бомжам смс-ку, подходите к пряничному домику, там разрулим всю ситуацию. Мы с бешеным котом уже туда направляемся. Слышь, что вам тут нужно? Какую закладку? Ну-ка, пошел отсюда! Пошел отсюда, наркоман, нафиг! А бешеный кот, не выруби этого тоже. Я же тебе потрясу своим смартфоном кожаным по лицу, ты поняла меня? Ну-ка, пошла отсюда, наркоманка какая-то, он иди к своему дружку. Так, так, так. Бешеный кот, ты идешь? Ты идешь, брат? Ладно, бешеный кот, погнали. Пойдем. Только что мне показалось, или наши ребята пробежали здесь. Такое ощущение, что среди них был один пряник, или мне это почудилось. Мне уже, знаешь, мне уже везде эти пряники чудятся. Капец. Вообще, везде, везде. Жесть, просто жесть, чувак. Везде просто эти пряники. Так, идем, 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 мужик. Виталий, не стой, не стой, что-то остановился. Идем, идем быстрее. Сейчас аккуратно подойдем, там кого-то видел около домика, не знаю, кто там. Они уже возле дома, все это наши ребята возле дома. Поднимаемся, 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 поднимаемся. А, вижу, вижу, вижу. Все, пацаны, все отлично. Аккуратно заходим в дом. Смотрите, здесь должны были быть, получается, это. Здесь должны были быть мужик Виталия и Кирилла. Нужно искать, обыскать весь дом. Так, ребят, Аней, Данила, посмотрите на улице все вокруг. Мы все вместе зайдем внутрь. Так, бешеный кот и борода наверх, поднимитесь на чердаке, очень посмотрите. Мы обыщем этот дом здесь. Пряничный дом, давайте, обыскивайте, обыскивайте, пойдете, ищите что-нибудь, посмотрю в той стороне. Так, 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 тут камин недавно, чувствую, прямо по углям. Здесь кто-то был. Да, жесть. Капец, жесть, чуваки, я понял, понял. Так, ребят, что вы там сверху что-нибудь нашли? Ничего, как-то странный здесь стол. Спускайтесь сверху. Ребят, на улице что-нибудь нашли, Аней? Ничего не нашли. О, погодите, что это здесь только под столом? О, что это, вы слышали звук? Так, ребят, аккуратно. Аккуратно, берем оружие в руки. Там неизвестно, что нас может ждать. Спускаемся, тихо, тихо, за мной, пацаны, за мной. За мной, здесь какой-то проход. Тихо, тихо, пацаны, тихо. Здесь какой-то проход. О, пряники! А ну иди сюда! Где наши друзья, уроды? А давай иди сюда, подошел сюда, пряник сраный. Ну-ка, вали, вали пряников, вали их, вали. Вали, 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 вали. Не отпускай, не отпускай, вали. Все, хорошо, минус один, минус второй. Где еще пряники, где еще пряники? Завалили их, ребят, завалили. Так, осмотритесь здесь вокруг, ребят, осмотритесь, осмотритесь, осмотритесь. Здесь какая-то библиотека, здесь закрыто, посмотри, что за прутья. Посмотри, что за прутья, можем их сломать? Мне кажется, не ломаются. Вот дерьмо. Какая-то библиотека здесь. О, я рычаг нашел, ребят, рычаг нашел. Что-нибудь случилось, пацаны? А, что, где? Не проход, ох, нифига себе, реально проход. Так, боже, вы посмотрите, это целый храм, алтарь. Пряничному богу какой-то, капец, они вообще психанутые. Как они такое построили под городом, а? Без палева, жесть. Так, ребят, посмотрите еще в библиотеке. Слышь, это, Аней, 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 этот, Бодя. В библиотеку сходите, может, там что-нибудь найдете интересно. Сходите, так, борода. Борода с бешеным котом, встаньте здесь где-нибудь. На шухере стойте, смотрите, чтобы никто не зашел. Там, смотри, около, бешеный кот, стой здесь, вот у лестницы. Смотри, чтобы никто не начал спускаться, если что, кричи. Так, хорошо, я пока здесь посмотрю, что-то как. Что за храм, а вообще, что за фигня? Так, здесь металлические эти прутья, мы будем их очень долго ломать, ни у кого нет никакой монтировки, ничего нет, блин, пилу надо было с собой взять. Мужик Виталий, держись, мы уже идем, а? Кирилл и мужик Виталий, держитесь, мы уже идем. Так, блин, фиг знает, что здесь еще можно сделать, может здесь какое-то, не знаю, испытание. Ты там что-нибудь видишь? Ой, не, 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 не залазь сюда, не залазь, не залазь, ты сейчас загоришься. Что ты делаешь? Уйди отсюда, уйди, Бодя, все, Бодя, не лезь. Не лезь, отойди, Бодя, Бодя, уйди отсюда, уйди. Выйдите с этой комнаты, выйдите, вы какие-то странные дела, я сам поищу. Капец, нафиг, оставил на секунду Бодя, и он тут в огонь начал запрыгивать. Если бы я тебя не вытолкнул туда, ты там вообще нафиг сгорел. Фух, ладно, я сам поищу, может, во рту где-нибудь что-нибудь есть.
Фиг его знает. Жесть, жесть, жесть. Ё-моё, вообще Unreal. Просто Unreal. Какой-то целый храм. Ладно, посмотрим, может, с другой стороны что-нибудь есть. Так, хорошо. Ничего не видно. Фух. Так, вы видите, что это такое? Так, пацаны, смотрите, сейчас решетка случайно не откроется. Так, пацаны, решетка открылась. Открылась, да? Да, нифига себе. Нифига себе. Жесть. Фух, жесть. Зачем здесь решетка к тупику, чуваки? Вы не знаете? Тут тупик, походу, и решетка закрывает тупик. Выглядит странно. Бешеный кот, иди, ты что, с лесенкой следи там. Пацаны, вы по коридору распределитесь, я спущусь вниз. Дай со мной, Бодя. Не-не, Бодя, ты лучше стой там, Анэй, давай иди сюда. Анэй, так. Походу, здесь паркур какой-то, Анэй, ладно, стой здесь, мне не жалко замочить мои вещи, которых у меня нет. Поэтому я сейчас сюда запрыгиваю. Тогда подержи меня, Анэй, подержи, сейчас я. Опа! Ух, надо бургер съесть. Бургер, так сказать, на удачу. Куда я сложный путь выбрал. Опа! Пацаны, давай. Пацаны, пряники тут. Задай по пряников, Анэй. Помоги пацанам пряников убить. А, я пока попытаюсь решить эту головоломку. Опа. Ну, не головоломку, это паркур. Фух. Фух, на одном вздыхании здесь, в принципе, пропрыгал. Опа, опять сложный прыжок был. Фух. Анэй, потрогай воду, она нормальная вообще? А то мне уже страшно, боюсь падать в эту воду, я даже не подумал, вдруг это... Может, там акулы не плавают никакие, никакие пираньи не плавают, мне страшно просто, Анэй. Она какая-то мутная, может, она радиоактивная? Фух, так. Хорошо. Опа. Ты что-нибудь слышишь, Анэй? О, жесть! Это ловушка была, кажется. Анэй, это была ловушка, представляешь, меня чуть не взорвали. Фух. Жесть, это была ловушка. А! Я все-таки упал в эту воду. Че, чуваки, что-то случилось? Ничего не случилось, это ловушка была. Взрыв, да, взрыв. Сейчас это, что, ничего не произошло? Блин, странно. Ладно. Все равно я уже замочился. А, Нэй, прикрой меня, если не всплыву через минуту, ныряйте и ищите меня. Все, давай. Раз, два, три. Погоди, здесь не так глубоко, здесь все в порядке, давай. Блин, не знаю, мне кажется, я зря под водой здесь плаваю. Вода вроде обычная, но слегка холодная. Она, да, давай вот сюда плыви в конец, посмотри в конце, здесь вначале поищи что-нибудь. Там, кажется, рычаг есть, слышишь, она его туда сплавает, там, кажется, рычаг есть, пробуй его забрать. Может, он нам пригодится. Фух. О, забери его, забери. Блин, эти пряники, что тут только не придумали. О, что это такое здесь? Я нажал, чуваки, я нажал, что-нибудь случилось? Я что-то нажал. Проход открылся. И что здесь? Здесь просто тупик, ребят. Просто тупик, жесть. Не знаю, что сделать. Так, ребят, мы сейчас стоим в одном месте, давайте пробегитесь еще, Посмотрите везде. Анэй, иди оплавай, ты сырой, иди оплавай. Боже, не лезь в воду. Посмотрите, мы где-то что-то еще, наверное, не сделали. Что-то где-то мы не сделали, чуваки. Что-то мы еще не нажали, возможно. Так, хорошо. Ищем, ребят. Ищем, может быть. Я знаю, что нужно сделать, слышишь? Я понял, чуваки, что нужно сделать. Так, Данила, ты с нами не пойдешь. Поднимись наверх, туда, вот самый верх. Я попробую нажать рычаг, который открывает камин, понял? Может быть, с этого что-нибудь изменится, давай. Данила, откроешь через минут 15. Так, чуваки, чему открылось? Нифига себе, вот это я гений. Да, я просто подумал, почему все было закрыто, когда мы пришли. Видимо, нужно, чтобы все открылось, чтобы сверху кто-то закрыл проход. Нифига себе, какая система странная. Ладно, давайте, я первый буду спускаться. Ё-моё! Чуваки, так это... Так. Обознаю на твои жалкие вам уже друзья. Все живы, ах, да. Стоять, стой. Ребят, вы что не спустились? Пацаны! Пацаны, спускайтесь! Так, что это сидит? Все, мы стоим, Иван Мони, мы стоим! Мы стоим, покажи наших друзей! Дай подожди, я подойду чуть ближе!
Ребят, стойте здесь, стойте здесь. Я подойду чуть ближе, чтобы посмотреть, что мои друзья еще живы. Так, так, вижу, 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 вижу. Это то самое место, где меня держали, боже. Как же вы жестко все переделали. Путь сюда теперь через эти... Они могут умереть, отошел, все, я отошел. Чувак, Иван Лонин, подумай, вам некуда бежать. Давайте так, вы отпустите наших друзей, мы отпустим вас. Вы отпустите. Да, че, как, блин, отпустите мужика Виталию и Кириллу. Козыри в рукаве. Какие козыри в рукаве, Иван Лонин? Я не хочу, точнее, пряничный бог не хочет. Такой пряничный бог, его не существует, Иван Мони, перестань. Чувак, успокойся. Не бейте мужика Виталю. Ладно, чего ты хочешь? Ладно, Иван Мони, чего ты хочешь? Скажи, денег, я дам тебе денег. Пряники, я куплю тебе пряников столько, сколько схожешь. Давайте, жалкий... Ты жалкий предатель. Я пряничный бог, хотел сыграть с тобой в одну игру, у тебя есть выбор. Давай, говори. Ну, говори, я слушаю, Иван Мони, говори. Еще один пряник, которого обмакнули, смотрите, грустный. Выбирай между ними, кого убить, либо я убью их обоих. Что? Чувак, зачем тебе это? Если ты убьешь хотя бы одного из них... Блин, мы убьем тебя, ты понял? Мы в любом случае вас всех порешаем. Не трогай, не трогай его, не трогай! У тебя есть пепину, чтобы выбрать. В этот момент я задумался. Время как будто бы остановилось. Ведь у меня был выбор. Выбор между двумя моими друзьями. Кого же из них оставить в живых? Я не знаю, я не хотел играть в эту дурацкую игру, но нужно было сделать выбор. Я боялся, что эти чертовы психи убьют обоих моих друзей, поэтому нужно было выбрать одного из них и назвать имя. Но я никак не мог решиться, лишь голос в моей голове мог помочь мне. В общем, ребята, сверху справа есть такой восклицательный знак, вы на него нажимаете, там выскакивает голосование. И прямо сейчас... Вы можете проголосовать за жизнь одного из этих ребят. Кто наберет больше голосов, Кирилла или мужик Виталий, тот выживет. Второй же, скорее всего, умрет. Я не знаю. Я назову имя того, ну, кто должен, типа, выжить. Кто соберет больше голосов. Поэтому, ребята, все в ваших руках. Выбирайте.